Рад нашей встрече! Настало время узнать все о планах природы на день грядущий, а именно на среду, 26 октября. В эфире прогноз погоды, я его ведущий Николай Диденко. Итак, ближайшие сутки принесут нам мало изменений в погоде. Все та же облачность и осадки в западных и северных областях, а также чистый небосвод на востоке. Средняя дневная температура воздуха по стране не поднимется выше 7 градусов тепла. И детальнее о синоптической ситуации по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от минус 3 до 5 градусов тепла. В целом в регионе будет преобладать пасмурная погода, но небольшое прояснение возможно в Кропивницком ночью, а в Полтаве на рассвете. В Черкассах в вечернее время предвещается мокрый снег. На юге страны за сутки термометры покажут от 0 до 13 градусов со знаком плюс. С ночи до позднего вечера южан будут сопровождать переменная облачность. В Одессе в вечерние часы пройдет дождь. 26 октября Луна находится в созвездии Девы. В эти дни люди становятся практичными, рациональными и педантичными. Они по пустякам придираются друг к другу, иногда упуская главное. Очень легко рассориться из-за ерунды, которая-то и внимания не стоила. Так что не будьте столь требовательны к себе и к окружающим. Наберитесь терпения и старайтесь проявить понимание. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 70 градусов выше 0. С ночи до позднего вечера жители региона ожидают густая облачность и сильные дожди. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха минус 3 градуса, а максимальная дневная достигнет 6 градусов тепла. В Чернигове помимо густой облачности предвещается дождь в утренние часы и мокрый снег во второй половине дня. Житомир дожди будут поливать с ночи до позднего вечера, а вот в Сумах возможно прояснение, но правда только ночью. На востоке прогнозируется погожий день. Местами небольшие облака, но осадков они с собой не принесут. За сутки местные термометры покажут от минус 4 до 8 градусов тепла. 26 октября свои именины празднуют Николай, Никита и Антон. Не забудьте поздравить своих близких и знакомых, им будет приятно. Теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 2-4 градуса со знаком минус, а днем воздух прогреется до 4-7 градусов со знаком плюс. На протяжении суток небо в Северодонецке, Луганске и Алчевске будет оставаться чистым, соответственно, без осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 0-3 градуса, а в дневное время они поднимутся до 4-8 градусов тепла. Ясная ночь по всей области сменится облачным утром в Донецке и Мариуполе. Но в течение дня солнце неоднократно будет выглядывать из-за облачной пелены, осадков не предвидится. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 0 до минус 3 градусов, а днем 5-7 градусов тепла. Павлоградцы смогут наблюдать чистый небосвод весь день, а вот Днепру и Кривому Рогу метеорологи пророчат небольшую облачность и без осадков. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 0 до 3 градусов тепла Киев покроют облака на целый день. При этом после обеда и в вечерние часы предполагается сильный мокрый снег. Вот такой разнообразной в плане погоды выдастся среда 26 октября. Помните, хорошее настроение – залог крепкого здоровья, которое нам так необходимо в эти осенние дни. А я прощаюсь с вами. До встречи в нашей студии.